Вітаю глядачів на телеканалі ITV. Сьогодні ми говоримо про ситуацію в житлово-комунальному господарстві нашого міста і про входження в опалювальний сезон. Буквально днями в Києві відбувся 5-й національний прес-клуб реформ, який проводила Асоціація міст України, і там цьому питанню приділялось дуже багато уваги. А на цю тему, яка стосується області і, зокрема, міста Суми, ми говоримо з гостями нашої студії: Андрій Кисіль, депутат Сумської обласної ради, голова депутатської групи «За людей», і Олексій Макарюк, експерт з питань житлово-комунального господарства. Вітаю вас. Наші студії. Отже, сфера ЖКГ. Всі роки незалежності ми її реформуємо, але, як на мій погляд, хоч я не спеціаліст, нічого взагалі не міняється, мені здається, стає тільки гірше. От, наприклад, якщо взяти опалювальний сезон, цей пресловутий на російській мові, особисто у мене він розпочався 5 листопада. Сьогодні ми дивимося по місту, скільки поривів, це говорить про те, що чи неякісна була підготовка, чи в чому взагалі справа. От зараз, в принципі, запитає любого сумчанина, вийде на вулицю, він назве ще сотню проблем. От, на ваш погляд, що відбувається? Сам срив отопительного сезону в этом году, не только в Сумах, а, наверное, по всей Украине, он показал те проблемы нормального жизнеобеспечения города. В отношении, допустим, Сум, это проблемы не только отопительного сезона, но это ряд других проблем. Это проблемы с транспортом, это проблемы, ужасающее состояние жилого фонда, тех коммуникаций, которые практически уже там на 80-90% они изношены. Это и горячая вода, холодная вода, канализационные трубы. Видите, ко мне как депутату областного совета на сегодняшний день все чаще обращаются жители города Сумы, обращаются со своими проблемами. Масса нерешенных проблем. Почему, я не могу сказать. Но в разговоре с ними мы видим то, что люди уже оббили приемные и городских депутатов, и мэрии. Как говорится, ВОЗ, к сожалению, отныне там. Когда мы вышли во дворы, знаете, как говорится, своими глазами убедиться в тех проблемах, которые сегодня нам озвучивают, то, наверное, одним словом, знаете, можно сказать это все слово «разруха». И, конечно, да, если брать там районы, которые где у нас новобудовы, центр, возможно, таких проблем нет. Но вот основная эта часть, выйдя на окраины, это вот Ахтырская, туда Химгородок, да, когда вот буквально мы 2 недели назад были в одном из домов на Химгородке, все прекрасно, люди, конечно, довольны, что у них сегодня там дорожки какие-то, там с плиточки поделали, все хорошо. Но когда полезли на крышу, увидели то состояние крыши в домах, которые на сегодняшний день, эксплуатационный срок этих домов уже практически вышел, эти панельные дома, да, которые там на 50-60 лет строились, а сегодня они уже по 80 лет стоят. Те системы, которые водопостачания проходят и в подвалах, и подходят к самим домам, они уже изжили себя. И люди, конечно же, задают вопрос, почему на сегодняшний день, платя такую квартплату, они вынуждены еще собирать какие-то свои деньги, чтобы заменить входную дверь в подъезде, да, поменять какой-то стеклопакет, сделать какой-то хотя бы минимальный, но ремонт в подъезде. Ви можете додати, да, ви працювали в сфері ЖКГ, тому більше знаєте і в цифрах, і в обсягах, і в глибині проблем. Глибині проблем в сфері житлово-комунального господарства можна говорити на даний момент вічно. І Андрій, коли говорив про те, що це можна характеризувати словом «розруха», то во многих случаях это действительно факт. Само состояние жилищного фонда, то, что было сказано, это системы водоснабжения, сам жилой фонд непосредственно, то есть, не в совсем хорошем состоянии, так это был один из домов. Достаточно будет вспомнить лишь дом, например, на Ярослава Мудрого 5, на котором проседали плиты перекрытия, то есть практически падала крыша, дом в аварийном состоянии, не работали лифты, отключены, и жители, по сути, стали заложниками ситуации. Сами они ее исправить не могли, не хватало финансового ресурса. А дважды был провален тендер представителем, участника торгов, непосредственно, когда заказчик департамента инфраструктуры города пытался эту проблему как-то решить. И в итоге люди остались один на один со своей проблемой.
И это же, мы говорим о жилом фонде, масса других проблем, которые затягивают людей вот в это болото. Это проблема действительно и с транспортом, это проблема в сфере поведения с твердыми бытовыми отходами. То есть об этом можно говорить очень много. Миллионы, можно даже сказать, миллиарды гривен, да, тратятся на все мероприятия, связанные с улучшением ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но как рядовой потребитель жилищно-коммунальных услуг, то есть мы с вами этого, к сожалению, не замечаем. Ну а що, в чому причина, що треба робити в першу чергу? Вам с какой точки, какая сторона вас интересует? Это чиновничья сторона, да, или рядовому потребителю? Ну, дивіться, сьогодні міська влада там розробляє план стратегічного розвитку міста, перспективи його розвитку, смарт-сіті, такі от гучні назви. Що за цим стоїть, от якщо взяти оці щоденні проблеми, які людина бачить у своїй квартирі, з під'їзда, з вікна і так далі? Ну, знаєте, от саме простое. От я, допустим, я говорю не як депутат, я говорю як простой житель города Суми, да? Вот. Я хотел бы, вот сегодня мы видим, что городская власть, она пытается сформировать, ну, план развития города. Да? Вот, завтра мы будем видеть, как это будет все это проходить, да? Какие вопросы там будут создаваться. Но вот мне, как простому жителю, хотелось бы в этом плане увидеть ответы на массу вопросов. Да? Вот, как власть поступит вот, с теми же панельными домами, которые у нас находятся на Химгородке, да? Срок которых уже исчерпал себя. Слава Богу, пока все хорошо, у нас, как говорится, ни землетрясений, ничего. Ну, вдруг, если что-то, мы же видим, что эти... Они запроектованы на якийсь певный период. Они, конечно, и уже, они, уже они пошли уже по второму сроку. То есть сегодня мы должны этот вопрос ставить. Вот как власть будет полностью заменять все магистрали, тепло, водоснабжение города, у которых износ сегодня почти на 80%. И, знаете, не ремонтировать то, что, как мы сегодня, да, мы видим, что делается в наших дворах, а именно полностью заменять. Вот. Как власть будет реформировать перевозки жителей города в коммунальном транспорте? Почему именно в коммунальном? Потому что вот мы сегодня видим ряд стран, да, вот мы берем, если взять Эстонию, там коммунальный транспорт на 100%, и он-то ведь бесплатный. Почему мы не идем сегодня именно по этому пути, а вводим себя в зависимость от какого-то перевозчика? И масса таких вопросов, да, на сегодняшний день наш областной центр, наверное, единственный, где нет ледового катка крытого. Я был настолько удивлен, когда узнал, что наши родители возят своих детей в Полтаву, возят в Харьков. Мы об этом говорим каждый год и не делаем. Але ж проект існував, пам'ятаєте, кілька років тому він був. І от, понимаете, и вроде ответ на него есть, почему не делают? Потому что очень дорого. Да, но это должно быть рассчитано не на один год. То есть сегодня надо начинать, знаете, с малого. Выделение земли, выделение денег на какой-то проект. И я думаю, что это, естественно, оно должно решаться не только городскими властями, оно должно решаться всем, и в том числе должен, конечно же, и областные власти должны сюда подключаться. Я думаю, и районы, каждый район постарается ради своих детей где-то в каких-то, это же не за 200, там, 300 километров ехать куда-то, да, а деток, вот, наши районы бы, я думаю, поучаствовали в тому числі і у фінансуванні. Ну, я, знаєте, навіть не вірю в те, що там льодовий палац, а от оця відома фраза «Бытіє определяється знання». От ми виходимо і бачимо от розкопи. От виїхали на ефір, ви бачили, у цьому дворі розкопано кілька зразу місць, де порвані труби. От як діяти? От ви обласний депутат, ви сьогодні от з експертом, з людиною, яка розуміється на проблемах житлово-комунального господарства, от що робити в цьому найголовнішому напрямі? Зараз зима, і треба, щоб було стабільне тепло. А якщо, наприклад, у нас одна ТЕЦ стара, а одна ТЕЦ у нас котельня північного промузла, я маю на увазі, вона в незрозумілому стані, а наступний жовтень прийде дуже, дуже швидко. От ви бачите, ну, скажімо, напрями роботи міської влади в цьому напрямі? Ну, сегодня, пожалуй, наверное, ни у одного мэра, наверное, ни у одного депутата, ни одной, наверное, той партии, которая на сегодняшний день она есть, да, нет полноценного рецепта улучшения жизни. Да, почему? Потому что сегодня будут говорить, это миллиарды.
Конечно, это да, мы об этом все прекрасно понимаем. Это миллиардные расходы сегодня. Но их надо все равно. Мы, понимаете, как, мы не уйдем от этого. И можно чем-то пытаться, там, знаете, как дом делать покраску сверху, а он будет изнутри гнить. Это то, что мы сегодня пытаемся где-то это замазать. Яркий фасад на нестойком фундаменте. Абсолютно верно, да. И то, что вот мы сегодня ложим эту плитку, а завтра ее раскапываем, ложим асфальт, вот, а завтра начинаем его опять долбать, то это говорит просто о чем? О том, что у нас нет стратегического плана развития не на один год, а хотя бы на пятилетку, так как это и было вот и раньше. Среднесрочный. Пане Олексію, додасте щось? Да, я скажу коротко. Власть принимает какие-то попытки, вот в том числе и с помощью разработки этой стратегии, решить какие-то проблемы. Но на данный момент все сводится к тому, что мы точечно затыкаем дыры. Там у нас есть брешь, да, мы приняли какие-то меры, там. А системный подход как таковой отсутствует. Ведь даже если мы возьмем только теплоснабжение, то сама проблема замены сетей, она же связана с рядом других факторов. В том числе, например, энергомодернизация жилого фонда. Угу. Если мы рассчитываем диаметры теплосетей, да, мы должны понимать, какое потребление тепла будет у конечного потребителя. Если мы модернизируем жилой фонд, то, возможно, нам нужны будут меньше средства на сами новые уже сети. Вот. А это, в свою очередь, и в том числе снижает и затраты на производство тепла. То есть вот этого вот комплексного подхода я на данный момент не видел. То есть нет такой программы, то есть полностью модернизации системы теплоснабжения в городе как таковой. То есть есть какие-то планы работ, которые там проводят Сумы Теплоэнерго, в том числе там частично где-то там котельная промузла. Да? Но опять же мы меняем окончательно аварийные участки, которые уже просто порвало. Вот. А принимать какие-то меры, смотреть не на месяц, в лучшем случае, там, вперед, да, смотреть на год, на 3 года, на 5, на 10 лет. То есть вот это вот в данном случае проблема вот топ-менеджмента і города Суми в тому числі. Ну, от люди, які приходили на ефір також в цих ситуаціях, коли не було тепла у третини міста, говорили про те, що в Сумах немає програми теплопостачання. Потім, от, здається, кілька років тому говорили дуже активно про центри енергоефективності, куди люди б могли звертатися і якимось чином зменшувати своє енергоспоживання, чи там міняти принципи теплопостачання, ну, наприклад, переходити на якісь альтернативні там, да, види опалення. От ця робота зараз, ви бачите її? Ну, в городі є ряд програм, в тому числі, там, по, якщо ми говоримо там, об енергомодернізації зданій, да, город там частично, наприклад, для ОСББ компенсує часть затрат на енергомодернізацію. Все. Тобто, я ж повторюсь, опять, нет комплексного подходу. Тобто, якщо ми говоримо о модернізації систем теплоснабження, то у нас має бути єдине розуміння городських властей, жителей, експертів і теплопостачальників, поставляющих организаций. То есть только в таком случае мы сможем чего-то добиться. В свое время была разработана Сумским государственным университетом программа модернизации систем теплоснабжения в области. Я вот, ну, точно не буду говорить, если не ошибаюсь, там примерно около 300 миллионов было необходимо на, конкретно вот на город Сумы. Да, возможно, зараз это неподъемная сумма, хотя мы же понимаем, что бюджет города растет с каждым годом, и децентрализационная реформа дала просто неимоверные полномочия в сфере финансов городским властям. И эту же сумму можно было бы потратить там, за 5 лет вперед. То есть главное разработать для себя план действий и понимать, что мы идем в соответствии с ним и видеть какой-то конечный результат. Если мы видим конечным результатом довольных жителей перед выборами, то это же абсолютно другой разговор, да, достаточно просто позатыкать дыры в нынешнее время. Ну и какой бы, ведь тоже надо об этом не молчать, какой бы эффект оно дало? Ведь это сразу же самое главное, это какая экономия? Экономия обычных средств, не только, да, жителей, но и теплокоммунэнерго. И теплокоммунэнерго. Да, ведь на сегодняшний день, смотрите, власть не влияет абсолютно ни на одну из ТЭЦ. И вот сегодняшний этот срыв, да, он же все это прекрасно показал. Сегодня теплокоммунэнерго, оно находится не в городских руках, оно находится в аренде, да.
теперь северный промузел, на котором мы думали, что все хорошо, там все прекрасно, все оказалось на самом деле все банально. И вот я пытаюсь все-таки, это как и в областном совете сегодня, и бывая на сессии городского совета, все-таки докричаться и сказать, что все вопросы жизнеобеспечения города, они не то, что они обязаны быть в городских руках. Начиная тепло, транспорт і другі. Ну, дивіться, зараз з 1 листопада у нас на 23,5% збільшилась вартість газу в тарифі на теплопостачання, мабуть, десь за 80%, да? Складова тарифу – це саме вартість газу. Сьогодні вже говорять про те, що десь на 16% зросте вартість теплопостачання в наших платіжках. Ну, добре тим людям, які отримують субсидії, да? Хоча, ну, на мій погляд, це ну, провальна система, але все-таки от про втрати ми можемо говорити, да, про формування тарифу. От може сьогодні міська влада братися за ці проблеми і ефективно їх вирішувати, на ваш погляд? Ну, на даний момент ми знаємо, що вже Суми Теплоенерго проводять слушання. Бо є такі наміри передати тарифоутворення на місцеві адміністрації. Ну, адміністрації, або це будуть органи місцевого самоуправління, да, то есть, на даний момент дійсно Суми Теплоенерго вже збирається повищати тариф, то есть, об'явлені відкриті слушання по цьому поводу на Лебединській будуть вони проводитися. Вот, но на самом деле, действительно, когда оно все сосредоточено в одних руках и у человека отсутствует право выбора, это не совсем хорошо. Опыт европейских тех же самых стран показывает, что как минимум, например, по электроэнергии, да, то есть можно выбрать в той же Польше 5, 6, 7 поставщиков, и тут уже начинается рынок свободной конкуренции, да, то есть каждый из них предлагает более качественную услугу за меньшие деньги. У нас это номинально, да, у нас есть два поставщика и учредитель, ну, и Суми Обленерго, да, и учредителем второго из них тоже является Суми Обленерго, то есть мы же понимаем, к чему оно все идет. То же самое может произойти, если оно пойдет вот таким же методом по старинке, то же самое может произойти и с теплопоставщиками. Вот, Суми Теплоэнерго однозначно нужно возвращать и брать под свой контроль, потому что как минимум собственник должен понимать, что там происходит. А на данный момент мы что видим? Что даже представители городских областных властей не могут попасть туда на территорию, даже просто как минимум провести ревизию того же самого имущества, что там находится. То есть мы видим позицию руководства, которая говорит, что это режимный объект, да, то есть объект стратегического значения, то есть мы не можем просто так там кого-то туда пускать. И я в свое время точно так же был там с проверкой, и ну, это было очень тяжело туда попасть. Ну, и находясь в коммерческих руках, мы прекрасно понимаем, что там самое основное, должен быть заложена прибыль. Вот. Если оно в коммунальных руках, в руках громады, как раз вот этот момент будет отсутствовать. Мы сами владельцы всего, мы же сами себе не будем, знаете, как повышать для того, чтобы ну, безумовно, да, сделать. А когда, ну, можно работать в отшкодовании. Конечно, ну, а там самое основное, там все-таки идет от чего? Почему повышение? Потому что они хотят еще больше и больше получать из этого прибыли. Вот. Ну, мы же видим на сегодняшний день, мы давайте не будем искать, да, сегодня, кто там, кто прав, кто виноват, называть какие-то фамилии. Но на сегодняшний день мы видим, что так было бы лучше, если бы оно было в руках громады. Да? Поэтому эти ошибки надо исправлять. И вот сегодня же на примере Киева, Киев вернул себе ТЭЦ. Да? В нашей области город Шостка уже тоже, да, как бы Шостки, да, вернула в коммунальную собственность. И она видит, какие там проблемы, какие там трубы, все. Какие сколько кушей можно вкладывать. Конечно, да. Да. И они из этих затратов они видят, что они и планируют на дальнейшее все. Ну, а як у Сумах зробити оцей капітальний ремонт цієї системи, реформу цієї системи, я не знаю, як правильно сказати. Ну, реформу починають, смотрите, опять же, починати треба з малого, нужно понимать, что мы живем не одним днем, а имеем какое-то стратегическое видение. Его сейчас нет. То есть в городе оно просто отсутствует. Мы не знаем, что будет с ТЭЦ там, через 5, через 3 года, мы не знаем, что будет, как вот вы правильно сказали. А в 23-му році закінчується термін оренди, да. Да, ну, і що ми отримаємо? Чи буде цей орендар далі працювати? В якому стані мережі основні ці фонди? Ми не знаємо. Ну, буде ли він далі працювати, ми ж розуміємо, залежить від того, як проголосує депутат на сесії Горсовета, але розуміє, що на даний момент вони, в принципі, навіть не прийшли к тому, що пора розробляти комплексну програму в сфері теплоснабження, в якій определить, як вони бачать розвиття міста, как они хотят сделать город независимым, чтобы жители не страдали, не несли никаких потерь
связаны с тем, что ТЭЦ, либо что-то другое, да, то есть мы возьмем там условно, это может быть там какое-то, те же самые маршрутки, другое предприятие, да, диктует свои условия. То есть у нас, если есть частный поставщик услуг, то как минимум должна быть конкуренция, раз. Вот. Либо если он один монополист, должен быть жесткий контроль. Нет контроля, нет инструментов влияния, то есть мы просто так і будемо заложниками далі. Ну, от, якщо говорити про енергоринок, то з наступного року вже має запрацювати, да? А от в сфері теплопостачання, в принципі, конкуренції, мені здається, ще довгий час не буде. Але все-таки, от сьогодні дуже багато говорять про те, що зараз громадські організації, оцей третій сектор, він має впливати на дії влади, на рішення влади, підштовхувати владу до якихось дій. От сьогодні є, от, скажімо, така критична маса от таких однодумців, які б могли от зібратися, розробити, ну, скажімо, план дій в тих сферах, де от, ну, де просідає ця тема. От, може, бездіяльність влади якось, да? А ви б могли цьому допомогти? Ну, я думаю, на сьогоднішній день треба відбросити якби всі косвенні причини, і я думаю, що нам треба об'єднатися всім, як депутатам, як властям, і ми повинні працювати іменно на свій город. Вот, на улучшение. Почему? Потому что если мы его не сделаем, знаете, таким развитым, цветущим, ну, наверное, каждый должен понимать, выборы не за горами, да, в 2020 году опять будут выборы. Я думаю, что наши избиратели вряд ли поймут нас, что мы их не поняли или не услышали. Олексію, ну и ваша, мабуть, підсумкова вже така у нас зараз буде, ну, репліка, якщо можна так сказати. Я скажу коротко, да. То есть, избиратель сейчас очень поменялся. И люди будут ценить не слова, а будут ценить действия, которые действительно будут сделаны, и они должны быть направлены на то, чтобы улучшить благосостояние граждан. Поэтому вот именно это будет оцениваться, поэтому власть должна приложить все усилия для того, чтобы убрать все вот эти политические нюансы, там, влияние, да, и прочие, скажем так, сдерживающие факторы, и объединиться. То есть всем нужно объединяться. То есть есть эксперты, но они не идут во власть. Да? Есть небезразличные граждане, которые там согласны ходить, выбивать из властей, да, тот или иной вопрос, его положительное решение направлено на то, чтобы улучшить жизнь граждан. Но, тем не менее, там они могут где-то не являться в чем-то экспертом. И вот только консолидированно, если мы к этому подойдем, только так мы сможем порешить все эти проблемы. Просто вот я же говорю, что была программа теплоснабжения, и то, что сумские власти на нее практически там никак не отреагировали, да, то есть не предусмотрели все эти средства в местном бюджете, вот вам и подход, да, то есть областные, есть городские, вот они друг друга не понимают, а сказывать это все на ком? То есть абсолютно не на них, да, и, ну, и на них в том числе как бы как на гражданах, но если мы возьмем все население города Сумы, то недовольных в данном случае людей было бы очень много. Ну, мені здається, що навіть якщо в міському бюджеті не вистачає коштів, то зараз дуже багато є міжнародних грантових програм, є кошти ДФРР. Тобто зараз, ну, треба якось активніше працювати в міській владі, да, шукати інші шляхи, да, які б могли поміняти ситуацію кардинально в нашому місті. Я вам навіть так скажу, у нас навіть не треба там на міжнародний день, у нас от хватає народних депутатів, які в школи там покупають лавочки чи щось, я розумію, що і лавочки потрібні в тому числі, але рівень ли це народного депутата, да, там робити роздівалку в школі, покупати туди там дві скамейки и вешалку, или, может быть, следует уделить более глобальным вопросам внимания, а вопросы лавочек опустить на органы местного самоуправления, как минимум. Ну, и заняться более существенным. Да, ну, своими делами, по сути, потому что я понимаю, что это нарабатывание рейтинга на следующие выборы, но вас выбирали для того, чтобы вы решали проблему людей, а не создавали их им. Ну, а люди живут каждый день и потребуют каждого именно дня так, да. Качественных качественные услуги. Дякую. И, наверное, надо не забывать, что Сумы – это наш дом, вот, все мы здесь живем, наши родители, наши дети. И самое главное, вот, чтобы мы этот дом любили. Будет любовь, будет гордость за наш дом, и все у нас получится. Дякую вам за розмову, дякую за ваш оптимізм. В принципі, я, можна сказати, є наміри щось поміняти, і це вже дуже добре. Я нагадую, сьогодні ми говорили про проблеми у житлово-комунальному господарстві міста Суми. В нашій студії працював Андрій Кисіль, депутат Сумської обласної ради, голова депутатської групи «За людей», і Олексій Макарюк, експерт з питань житлово-комунального господарства. Дякую за увагу, залишайтесь на телеканалі АТВ.